в общем-то и целом игра проходит в том же ключе, что и в первом тайме, с той разницей, что действительно Барселона заиграла быстрее. Но и Локомотив пару раз позволил себе ответить тем же сопернику. Но сейчас Локомотив опять закрылся, оставив впереди Сезара и Обиоры. Обиоры отскакивают и выходит 1-1. Закупывает вратаря. И не обыгрывает игрока Пуйоля. Второй раз в этой игре Локомотив упускает 100% шанс. И публика, 70-тысячная аудитория, устроила овацию Пуйолю, который по вратарски, но не руками, а грудью преградил путь к воротам. Пуйоль. Первый раз плохо Сезар пробил по воротам в первом тайме, а второй раз Обиора не воспользовался подарком. Эх, ребята, ребята. Мендьета уходит в Рошенбах. Выходит, у него потрясающий силы удар. Правый раз и второе, в общем-то, ожидалось, что Мендьету рано или поздно тренироваться в таком матче, такого напряжения. Он действительно наполнен напряжением, этот поединок. Ни в коем случае.